ректор Казанского федерального университета Ильшат Рафкатович Гафуров и президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгар Бахирахманович Исмагилов подписывают соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Казанским федеральным университетом и Национальным исламским благотворительным фондом «Ярдэм». Мы совместно будем проводить образовательные программы для людей с ограниченными, прежде всего, возможностями. И в то же время будем проводить переподготовку специалистов, которые востребованы, значит, и фондом. И третий момент – это наши студенты социально-педагогического блока смогут проходить практику и, наверное, могут работать с позволением руководства фонда в качестве волонтеров.